Пиздец, ебанулся совсем, блядь. А чё, куда совсем он летел? Совсем ебанулся, нахуй? Блядь. Куда он летел? Да ебанулся, поворачивал, блядь. Да ему уже поздно поворачивать. Александр Григорьевич, давайте. Крым не является независимым государством, как та же Осетия, Абхазия и так далее. Крым сегодня часть территории Российской Федерации. Можно признавать это, не признавать, но от этого ничего не изменится. Поэтому мы свою точку зрения...